Всем привет, это Live Gaming Cruise, это нарезка по игре Counter-Strike Global Offensive. А у нас уже есть явные лидеры в бесплатном пиаре. Я просто оставлю это здесь, смотрите. Также в этой игре вы сможете найти Steam ключ. А также топ-3 комментарии объяснения по программе бесплатного пиара. И приветы со стрима в конце видео, поехали! Где я должен участвовать? Он типа подключается или что? Люди мои, кто хотите, тот и заходите к нам. Ой-ой-ой, какой бешеный был. Здрасте. Вот такие бешеные вообще. Это ж наш... Куда давать? Кому давать? Здрасте. Здрасте. Вантап так вантап. Здрасте. Кого дриссера? Кого дриснуть? Улыбку? Поставим нафиг бомбу, а сами свалим. Самое главное в первом раунде, как я помню, это поставить бомбу и все. Все остальное вообще тебя не должно волновать. Будет. Сейчас соревновалку думаем. Да что ж такое-то, мать его за ногу. Еле как же попадаю. Ну, пальцы прям, я не знаю, как будто не размятые. Что ж такое-то. И все. Наконец-то. Ну вот же под конец. Только ж под конец мы смогли. Где последний? О, я наугад вспомнил, приколись, на какую дефьюзить. Вообще чисто наугад. Не-не-не-не-не-не-не. Е-е-е-е-е-е. Надеюсь, они с бомбой поступят лучше, чем я с этими контерами. И заложат их. Я красавчик, я эйс сделал, что ли? Ё-моё! Mainstream.
flow like water, so I'm going mainstream. Скис минус. Скис у нас скис. Какой нахер слышит? Надоел. Не люблю ботов. Нет, видел! Это был бот, что ли? Это он так сейчас стрелял? То как он меня увидел? Вы меня сейчас решили напугать. Ну и Мирка-то понятная, не знаю. Он бы побоялся, наверное, выйти бы со всем этим. Но сейчас они будут подрубать еще круче читики. Ой, ты красавчик какой. Ой, ты. Не забывайте, что у нас есть программа бесплатного пиара. Вам всего лишь нужно набрать 10 голосов и пиар ваш. Все, что вам для этого нужно требовать, написать комментарий, что вы голосуете за себя, за свое имя, и также попросить ваших друзей, чтобы они проголосовали за вас. Так вы наберете 10 голосов. А это топ-3 комментария, которые мне понравились в предыдущем видео. Вы тоже можете попасть в топ-3 комментарии, если напишите интересный комментарий к этому видео. Также у нас есть группа ВК, где вы можете следить за предстоящими стримами, размещаемым видео, и также можете размещать свои видео, и люди будут смотреть вас. Отдельная просьба сбрасывать туда музыку для стримов. А теперь приветы со стрима. 38. Давайте заканчиваем уже писать эту ересь. 818. Татохин выиграл, Татохину отправлен 819. Ключ рандом. Надеюсь, что-то повезет ему хорошее. Что-то последний раз у нас, последнее время что-то не везет 800. Нам с ключами. Какая-то лажа попадается. Надеюсь, в этот раз выпадет 820. Даже CSGO. Так, а чё, давайте передадим пока коллаж приветы. Коллаж, да, я заценю, я предложение приму. Сейчас вместе с вами, со всеми. Так. Так, давайте передадим. Всё, давайте заканчиваем, пока я не отключил звук. Ну-ка, быстро закончили писать. Мы сейчас приветы передаем со стрима. 821. Огромный привет это Максу, который там для девушки Вики, по-моему, сказал передать привет, так что Вики, Максу, всем привет, который сидит с работы. Огромный привет это Кирику, он играл сегодня с нами в CSGO, именно он затащил. Не смотрите, что я там первое или второе место занимал, затащил сегодня Кирик. Затащил нас в игру сегодня Кирик. Какая классная песня 010101010101. Огромный привет Шелт, очень активный писака у нас, так сказать, художник. Художник цифр и смайлов. Муви CSGO, огромный привет, пришел, присоединился к нам, круто. Infamous, топ нашему донатеру, огромный привет. КМС Гру, огромный привет, тоже спасибо, видно, что он в теме CSGO, там писал про ВПшку и все такое. Что, Татошки Плею, огромный привет, он сегодня у нас затащил Клюкаху. Ключик затащил Стимовский, в конце ему везет.
прям нереально. Кто у нас еще был активный? Я сейчас просто листаю чатик. LovePlayage заходил сегодня к нам. Сегодня был активный LovePlayage. Привет, я LovePlayage со стримчикас. А кто у нас еще был активный? Сейчас быстро листаю. О Кирике никто не вспоминает. Кирик, мы... ты вообще сегодня тащун. Блэк Тору, огромный привет Блэк Тору, сегодня к нам заходил, сегодня обещал, что всем будет писец, он прочитал тему, что это всем будет писец, кто выживет в 7-м сезоне, а кто умрет, ну я так понял, что именно он про это читал, писал про это, все, и у меня закончились активные люди, которые писали в чат, так что всем спасибо, что вы были на игре Live Gaming Cruise, мы играли сегодня в CSGO, разыграли сегодня два ключика, затащили каточки, всем спасибо и пока-пока, завтра у меня денюха, неизвестно будет завтра стрим или нет, возможно просто включу, может пообщаюсь, все, пока-пока.